Итак, приказ зачитан. Все выпускники допущены до сдачи единого государственного экзамена. И это прекрасно. Однако бояться будем позже. А сейчас продолжаем играть. Тогда вопрос выпускникам. Игра называется «Да скажи словечки». Позвольте вам вопрос задать. Кто в школе вам отец и мать, кто поругать любитель, это... Кто за нас в вагоне воду, пусть не знаю порой броду, школьной жизни наш строитель. Кому сейчас сложнее всех, польются слезы, как на грех. Кто ваш поклонник, ваш любитель? Конечно! Слово предоставляется нашему любимому классному руководителю. Дети мои, пройдет немного времени. Для вас прозвенит последний школьный звонок. Точно знаю, что все вы его ждали. Кто-то ждал с надеждой, потому что начинается взрослая жизнь. А кто-то с тревогой, потому что впереди вас ждет что-то неизведанное. Я благодарна вам за каждую минуту, что мы провели вместе. В школе проходило ваше взросление. Школьные годы видели, школьные стены видели, как из маленьких цыплят пятиклашек вы превратились в красивых статных юношей и грациозных красивых девушек. Конечно, за этот период, ну, достаточно долгий, мы стали с вами единой семьей. А как в любой семье бывают ссоры, бывает много приятных моментов. Поэтому я вас и ругала, и жалела. И вот на данный момент мы подходим к финишу. Очень приятно сейчас смотреть на вас, вот таких взрослых и важных. Но несмотря ни на что, не забывайте то время, которое мы проводили в школьных стенах, и мы проводили вместе. Именно оно называется детство, школьные годы. И вот сейчас это детство маленькими-маленькими шагами от вас уходит. И от этого вам, конечно, грустно. Совсем скоро, уже завтра, а у некоторых в понедельник, вас ждут серьезные испытания. Я верю, что эти испытания вы пройдете очень достойно. Я желаю вам, чтобы на едином государственном экзамене, как это ни прагматично, вам достались те варианты КИМ, которые вы прорешали уже 100 раз. Пусть у всех будет так. Я желаю вам, чтобы, конечно, рядом с вами, в аудитории, по жизни, вас окружали верные друзья. Те друзья, которые всегда придут вам на помощь. Ведь за последние несколько месяцев вы сдружились так, как, наверное, не дружили в течение 10 лет. Вот поэтому пронесите всю эту дружбу по жизни. Я желаю, конечно, вам удачи, потому что без нее никуда. Я желаю вам успехов. Я желаю вам, мои любимые, быть счастливыми. Каждому по-своему. И, конечно же, не забывать родную школу. Мы вас здесь очень любим. И я тоже вас очень. Я тебя, не уходите, пожалуйста, со сцены. Ваши цыплята тоже хотят вам сказать добрые слова. Срок, последний прозвенит звонок. Мы
знания, за доброту, за понимание. За то, что многое прощали, что дурость нашу укрощали. В этот день слова признания мы хотим сказать для вас. Вы, учитель, по призванию, к вам придем еще не раз. Вы уж про нас не забывайте, между делом вспоминайте. Вы авторитет для нас, вы учитель, суперкласс. Нам жаль расставаться сегодня, мы будем помнить вас всегда. С улыбкой встречали вы нас ежегодно, и мы не забудем ее никогда. Вы наш наставник и советчик, и были вы всегда за нас. Мы будем помнить маму вечно, ваш дружный и прекрасный класс. Спасибо, мои родные, я вас очень люблю.